грузинские традиции, не только берущие за душу многоголосие и щедрые широкие застолья. Есть еще один обычай, о котором мало знают за пределами страны. Вот уже 30 лет подряд, каждое лето, через всю Грузию идет крестный ход. Православные паломники повторяют путь святой Нины, девушки с характером, которая в далекие времена принесла христианство в эту страну. Сегодня путь занимает у верующих больше месяца, с 1 июня по 12 июля. Почему же одинокая девушка из Иерусалима, Нина, в начале 4 века решила отправиться в эти совершенно незнакомые ей края? Как сумела она повторить апостольский подвиг? И какие следы ее миссии находят в Грузии до сих пор? Нина родилась в Каппадокии, живописном краю на территории современной Турции. Считается, что она приходилась двоюродной сестрой великомученику Георгию Победоносцу. Ее родителями были особенные христианские праведники, преподобные Завулон и Сосан. Завулон был выдающимся римским полководцем, очень известным и знатным. Однажды он победил в битве с галлами, взял множество пленников, и их ожидала смерть. Завулон счел своим христианским долгом прийти к смертникам, проповедовать истинную веру среди них. И он убедил их принять крещение, а потом добился для всех для них помилования у императора. Когда Нине исполнилось 12, ее родители переехали в Иерусалим и удалились от мира, чтобы послужить Богу. Нину отдали на воспитание старице-армянке Неофоре. От нее девочка услышала рассказ о Хитоне, ризе Христа, которая была унесена со Святой Земли и хранилась в столице Иверии, нынешней Грузии. Дева Мария явилась Нине и сказала, что она должна идти в Грузию, проповедовать среди этого народа христианство. Нина испугалась и просила дать ей какой-то знак, если это видение истинное и действительно такова воля Богородицы. Когда Нина очнулась, то увидела, что в руках держит ветки лозы. И она скрепила их своими волосами в форме креста. Юная Нина сначала отправилась в Эфес. Оттуда ей пришлось бежать от преследований императора Диоклетиана. Вместе с другими девушками-христианками Репсиме и Гаене они надеялись укрыться в Армении. Армянский царь Трудат получил от римского императора указ найти Репсиме и Гаене и вернуть их обратно в Рим. Царю удается найти беженок, но упрямство юных дев приводит его в ярость. Репсиме не захотела выйти замуж ни за императора-язычника, ни за царя Трудата и предпочла умереть за Христа. Спутницы Нины были схвачены и убиты, и она уже в одиночестве продолжила свой путь. Перешла границу и оказалась в Иверии. К началу ее миссионерского пути Нине едва исполнилось 18 лет. Оставшись одна в совершенно чужой стране, Нина не знала, куда идти дальше, и провела пару дней на берегу озера Паравани. Встретила рыбаков, они накормили ее рыбой. Кстати, форель здесь ловят до сих пор. Потом Нина увидела пастухов, которые пасли свои стада неподалеку. И они подсказали ей, как добраться до Мцхеты. Вниз по реке Куре, вон в ту сторону. Отсюда ей предстояло пройти пешком еще больше 100 километров на северо-восток. Наши края суровые. Нина пришла сюда в июне, и даже летом здесь лежал снег. Она испугалась, ведь она была совсем юной девушкой. Она даже начала плакать и просила Господа о помощи. По дороге она часто плачет. Плачет, наверное, о том, что ей дано такое ответственное поручение, и она должна справиться с ним. Однажды у озера Паравани она заснула и во сне увидела ангела, который передал ей хартию, где были записаны 10 изречений Христа. И в том числе в них говорилось о том, что женщине дано право проповедовать истинную веру
наравне с мужчиной. В IV веке, когда миром правили мужчины, появление самостоятельной, независимой женщины, которая к тому же взялась учить и проповедовать, было сенсацией. Чтобы взять на себя такую миссию, нужно было отбросить все предрассудки. И этот книжный свиток, запечатанный Господом, который она получила, для нее становится знаком легитимности ее проповеди. 10 парафраз из Евангелия, и один из них – «Нет ни мужеского пола, ни женского, ибо все вы одно во Христе Иисусе». Накануне праздника языческого бога Армази Нина дошла до цели своего путешествия – городом Цхеты, столицы Иверии. Большие религиозные праздники в столицах отмечались помпезно. Со всего света прибывали караваны с товарами, устраивались ярмарки. В день главного идола Армази народный праздник был особенно масштабным. В этот день Цхета была переполнена людьми. Праздник начался, и Нина в ужасе смотрела на то, как на горе зажглись жертвенники, полилась кровь животных, в небо поднялся черный дым, а огромная толпа народа стала кланяться языческим истуканам. Тогда Нина взмолилась Богу, чтобы он разрушил это капище. Культ бога Армази складывался веками. Каждое утро горожане выходили из домов и видели огромного идола Армази. И вдруг забыть все и перейти в новую религию, согласитесь, очень сложный процесс. Мы тяжело реагируем на политические перемены. Какие трудности создаются, когда меняют хоть один закон. А теперь представьте развал и крушение той идеологии, того мировоззрения, которое создавалось веками. В Мцхете Нина нашла временный приют в семье садовника, который ухаживал за царским садом. В царском саду жил садовник с супругой, и у них не было детей. Появление Нины полностью меняет их судьбу. Спустя некоторое время у них рождаются дети. Жену садовника зовут Анастас. Нина делает великое дело для этой женщины. Любопытно, что имя ее мужа вообще не упоминается. Главное – это отношение Анастаса и Нины. Так что грузинское общество в жизнеописании Нины выглядит очень современно с точки зрения женской активности. Нина пыталась найти, где же находится Хитон Господень, о котором она слышала от своей воспитательницы в Иерусалиме. Расспрашивала людей, и ей посоветовали зайти в еврейский квартал столицы. Нина пришла в еврейский квартал и почувствовала себя как дома. Отовсюду доносилась знакомая речь, которую она привыкла слышать на улицах Иерусалима. Она нашла главного раввина еврейской общины, Авиафара, разговорилась с ним и выяснила, что его далекий предок Илаис когда-то и принес Хитон Христа в Грузию. По преданию, Нина сумела обратить в христианство Авиафара и его дочь, а они, в свою очередь, стали проповедовать в иудейской общине. Да так активно, что раввина Выкреста, его соплеменники едва не забили камнями, и он чудом спасся. Нина узнала у Авиафара, где лежит Хитон. Оказалось, что когда раввин Илаис принес реликвию в Иверию, его сестра Сидония, едва увидев святыню, прижала ее к своей груди и тут же скончалась. Никакими силами невозможно было вынуть Хитон из рук умершей, и пришлось похоронить ее вместе с ним. Когда-то первые беженцы, евреи из Иерусалима, привезли с собой мантию Ильи Пророка. И как будто Ветхий Завет вошел в Грузию. За этим последовала история мцхетских евреев, у которых оказался и Хитон Христа. Фактически на земле Картли соединились Ветхий и Новый Заветы. Как рассказывает житие, в Мцхете святая Нина поселилась прямо под открытым небом, среди разросшихся кустов ежевики. Из веток она сделала себе шалаш и стала проводить в нем дни и ночи напролет в молитве. Столичные жители, проходя мимо, поневоле обращали внимание на подвижницу. Многие разговаривали с ней, некоторые становились ее учениками. Так она прожила здесь несколько лет. Позже на месте шалаша святой Нины построили церковь, потом и монастырь Сантавра, а кусты ежевики растут здесь до сих пор. Отсюда начинается ее миссионерская деятельность. По благословению Господа и своими молитвами Нина творит чудесные исцеления. Здесь у нее появляются ученики и последователи. На 7-м году ее проповеди на этом месте происходит исцеление и обращение самой царицы Наны. И можно сказать, что именно отсюда начинается обращение Грузии в христианство. Однажды царь Мириан отправился охотиться на гору Тхоти, неподалеку от Мцхеты. Внезапно стало темно, как ночью. Все придворные разбежались, и царь в испуге стал призывать языческих богов. Но все было напрасно. Тогда он взмолился богу Нины и сразу же увидел свет.
Это событие окончательно убедило Мириана принять крещение. Грузинские ученые решили выяснить, что стоит за этим эпизодом из жития святой Нины. Они предположили, что царь Мириан и его подданные стали свидетелями солнечного затмения. Мы заинтересовались фундаментальными исследованиями и картами, которые были опубликованы в 2003 году на сайте НАСА. По этим новым данным, солнечное затмение произошло в 319 году. Его могли наблюдать на горе Тхоти. Затмение было полным и длилось довольно долго. 1 минуту и 52 секунды. Вот эта синяя полоса на карте показывает весь путь полного затмения. От американских и канадских территорий оно переходит в Атлантический океан, накрывает всю Европу, доходит до Грузии и заканчивается недалеко от города Градобани. Люди, которые в то время жили на этих территориях, могли наблюдать затмение. Креститься царь Мириан решил вместе со своим народом. Узнав об этом, римский император Константин Великий отправил сюда, в Иверию, целую делегацию антиохийского епископа, священников и диаконов с церковными книгами, утварью и свечами. По приказу царя в Мцхету прибыли и правители всех областей страны. Мост Помпея. Построенный еще до нашей эры, он простоял здесь больше 20 веков и лишь в прошлом столетии после сооружения гидроэлектростанции скрылся под водой. Но до сих пор иногда, когда на ГЭС открываются шлюзы, он ненадолго становится виден. По одной из версий, именно здесь, у моста Помпея, устроили крестильню для всей грузинской знати. Это место до сих пор называется Купелью Вельмож. Чуть дальше, вниз по течению реки Куры, приняли крещение сотни людей из простого народа. И до сих пор грузинские архиереи и священники иногда крестят новообращенных христиан в струях Арагвы и Куры. Царь Мириан видит, что с помощью христианства он может сохранить грузинскую идентичность и единство нации. По происхождению он был персидским принцем. Когда для него стал очевидным кризис грузинского идолопоклонства, он мог реформировать религию на персидский лад и узаконить персидское огнепоклонство. Но он так не поступает. Он предпочел космополитичную идеологию, потому что видит, что христианство — это то, что может спасти единство страны, во главе которой он стоит. В знак того, что вся Иверия стала теперь христианской страной, Нина повелела воздвигнуть кресты на горах вместо языческих идолов. Один поставили в Мцхете, на том самом месте, о котором Лермонтов потом напишет знаменитое «Там, где сливаясь и шумят, обнявшись будто две сестры, струи Арагвы и Куры, был монастырь». Также поставили два креста в Кахете, в Уджарме, где была царская резиденция, и в Бодбе. Они называются крестами проповеди. Празднования по случаю установления крестов продолжались 52 дня. Кажется, грузины во все времена любили отмечать важные события с размахом. Принятие христианства на государственном уровне и правда было важнейшим геополитическим шагом. Ведь тем самым Грузия еще и делала выбор в пользу тогдашней единой Европы – Римской империи. Грузия всегда была между двумя или тремя большими такими державами. И в то время была очень большая сила была Римская империя с запада и Иран с востока. И когда принять христианство в начале 4 века, это было иметь ту же самую веру, что и римский, значит, Цезарь, и Рим. И это в каком-то смысле, наверное, определило и политику. Константин заявлял, что он является как бы защитником всех христиан. Мы как бы стали явно союзниками больше Рима, чем Ирана. О том, что Грузию в новую веру обратила чужестранка-проповедница Нина, рассказывает не только житие святой, но и общепризнанные исторические документы. Сведения об утверждении христианства в Картли просветительницей Ниной сохранились в греко-латинских источниках. Руфин и Геласий Кесарийский пишут об этом в конце 4 века. То есть о христианизации Картли знают и в Европе.
первый грузинский храм решили строить на том самом месте, где когда-то была похоронена Сидония с хитоном Господним в руках. На ее могиле за 3 века вырос гигантский кедр. Из него-то и собирались возвести основание храма. Срубили вот это дерево и сделали 8 столбов. И они возвели 6 столбов, а 7-й основной не смогли возвести. Никак не смогли. И ночью, всю ночь молилась святая Нина, и на утро, значит, произошло чудо, что столб сам стал на свое место, то есть Божьей силы. И это было большое чудо, и здесь большая символика. Имеется в виду, что церковь строится не только человеческими силами, но и божественными. Археологи обнаружили остатки алтарей именно того времени в нижних слоях древнейших храмов Мцхеты, в том числе и в самом Светицхавелле. Тому, что Грузия действительно приняла христианство в IV веке, ученые нашли немало подтверждений. Христианство стало главным определяющим фактором идентичности грузинского национального государства. Христианство не было просто мировоззрением или политическим расчетом. Оно стало образом жизни, в первую очередь для царей и цариц. Приведя к христианству столицу Иверии, ее царя и приближенных, Нина решила, что миссия выполнима и в других городах и селах. Взяв с собой священника и проводника, она отправилась в горные районы Восточной Грузии. Когда начали обращать горцев Большого Кавказа, который примыкает к это, некоторые приняли христианство, некоторые племена не приняли христианство, некоторые переселились. И говорится, что им царь повысил налоги. Объединение Грузии проходит крестом. Под крестом святой Нины соединяются во Христе грузинские земли. Крест становится главным фактором единства. Слава Нины, удивительной девушке, которая смогла одна дойти до далекой Грузии и обратить целую страну в христианство, распространилась по всей империи. Ей даже писали и сам римский папа, и императрица Елена. В письмах святая Елена называла Нину царицей и апостолом. Нина пишет письма и императору Константину, и в ответном письме передается ей огромное почтение и любовь от царицы Елены. Они как 2 сестры – Марфа и Мария. Нина побывала с проповедью во многих областях Грузии. И современные жители некоторых городов и поселков считают, что их предков крестила сама равноапостольная святая. Предания говорят, что святая Нина проповедовала не только в Аракском ущелье, но и в ущелье реки Терек. Современные жители ущелья Махевцы считают, что они приняли христианство от самой святой Нины. Алазанская долина. Именно сюда, в Кахетию, пришла Нина после долгого странствия. Здесь она и поселилась, в пещере на склоне горы. В этих краях уже слышали о событиях в Мцхете и о чудесах святой Нины, так что сюда сразу потянулись люди. Кто верхом, кто пешком. Послушать уже знаменитую проповедницу шли даже целыми селениями. Наконец, как рассказывает житие, вся Алазанская долина заполнилась народом, который жаждал принять крещение от святой Нины. По преданию, вскоре после прихода Нины в Кахетию в этом краю не осталось ни одного некрещенного человека. Здесь святая Нина и завершила свое апостольское служение. Только когда она была уже смертельно больна и не вставала с постели, она решилась рассказать ученикам о своем происхождении и о всей своей жизни. Сама святая Нина перед смертью рассказывает о себе. До этого она все время говорит, что она пленница, ничем не примечательная, как будто она простая женщина. На самом деле святая Нина из очень прославленной семьи. Ее отец был генералом, ее родной дядя был епископом Иерусалима. Перед смертью она решила рассказать обо всем. И все это случается здесь, в Бодбе. Это очень важно, что записывается ее житие именно в Бодбе. Когда Нина умирала, проститься с ней приехал сам царь Мириан. Он хотел перевести ее тело в столицу, в Мцхету, и там похоронить его. Но подвижница запретила это делать и велела устроить погребение именно там, где она скончается. Последнюю волю святой Нины в точности исполнили. Похоронили ее в Бодбе, а над могилой возвели храм. Нина решила встретить свою смерть в Бодбе. Ее решение было продиктовано свыше. Регион Кахетии исторически очень сложный.
от кахетинской границы часто наступали воинствующие чужеземцы. Происходили вторжения со стороны разных империй и народов. Наверное, она брала под защиту этот край, спасала от полного уничтожения и помогала народу подняться в самые тяжелые моменты. Потом эту церковь перестраивали и расширяли. Главный алтарь был посвящен святому Георгию Победоносцу, двоюродному брату Нины. А гробница святой Нины оказалась в правой части храма. Она была так богато украшена и так искренне почиталась местными жителями, что даже монголо-татары, разорявшие храмы, не решились ее тронуть. Сегодня на могиле святой Нины монахини Бадбийского монастыря каждый день молятся о мире и благоденствии Грузии и всего православного мира. Весной 2019 года в Бодби открылся новый храм, освященный во имя самой святой Нины. Его возводили почти целое десятилетие, строили всем миром. Когда мы начали строить новый храм, постарались использовать всю ту символику, которая связана со святой Ниной. Скажем, алые розы, которые являются символом завершения миссии святой Нины. И еще птица-гриф. Воспитательница святой Нины из Вифлеема говорила ей: «Я вижу в тебе силу грифа. Самка грифа взлетает выше самца и охотится удачнее него». Реликвия, которая по преданию принадлежала самой святой Нине, крест из виноградной лозы, переплетенный волосами подвижницы. В эпоху языческих гонений святыню переносили в Армению, где в течение 800 лет укрывали в городах и крепостях. В 13 веке он возвратился в Свитицхавели. В 18 столетии крест святой Нины оказался в России, а в 19 император Александр I вернул его в Грузию. Уже навсегда. Во времена императора Александра I, когда крест вернули обратно в Грузию, у него оказались опущены крылья. И он стал выглядеть так, как мы и привыкли его видеть. На крестный ход по стопам святой Нины каждое лето отправляются десятки верующих жителей Грузии. Первым такое паломничество совершил патриарх Илья II еще в советское время, когда сделать это было очень непросто. Ведь путь начинается у границы с Турцией и Арменией, откуда святая Нина и пришла в Грузию. Эти места, они были абсолютно под запретом. То есть это была приграничная зона, там это значит, мы граничили с Турцией, а Турция член НАТО в Советском Союзе, понимаете, что это значит, и там никого не пускали. И вот святей еще пустили. Он сказал, что настанет, говорит, день, когда паломники пойдут пешком по стопам святой Нины. Я подумал, что, значит, внуки, наверное. И сразу потом, в 89 году, уже весной, он почему-то меня тоже лично благословил. Поручил организовать это путешествие. Первые паломники тогда стали и миссионерами. Для многих жителей Грузии это была первая возможность услышать Слово Божие, которое так долго было под запретом во всех советских республиках. Первая православная деревня, то есть где живут грузины, и они попросили, говорят, у нас трое детей, они не крещенные, можете их покрестить. Взяли тазик и на другое утро пошли в церковь. Там, значит, вся деревня тазиками пришли. Вся деревня, их надо было крестить. И мы тогда решили, такое приняли решение, их ну, негде, некуда вообще было деваться, и осветили реку, как в старину, и в реке прямо всю деревню. И потом, это уже, так сказать, уже мы знали, что идем в деревню, там всех надо крестить. В наши дни крестный ход по стопам святой Нины начинается с литургии под открытым небом у озера Паравани. В этом году исполнилось 1700 лет со дня появления святой Нины в Грузии, и 30 лет исполнилось паломническому пути святой Нины. Путь этот начинается из Фокии и продолжается полтора месяца. Паломники проходят Дживахити, Картли,
и доходит до Мцхеты. Путь заканчивается в Мцхете, Светицхавеле, в день апостолов Петра и Павла. Преодолевая этот крутой маршрут, паломники идут 40 дней, ночуют в палатках, а по вечерам, собравшись у костра, беседуют со священниками о Христе и его благой вести. И знакомая с детства история крещения страны становится частью их собственной жизни. А образ самой Нины у грузин и так уже как будто в крови. Ведь и в 21 веке самым популярным женским именем в Грузии остается имя этой святой, равноапостольной Нины, решительной девушки, которая не побоялась отправиться с проповедью в чужую языческую страну, принесла крест из виноградной лозы за тысячи километров от дома и навсегда утвердила его на холмах Грузии.